Дамы и господа, в нашем доме происходит удивительное событие. За вами наблюдают. И вам играют. Милана его знает. Надо у нее спросить, что это было. Я тоже буду играть. Я, представляете, села за стол и чихнула. Он к нам пришел после того, как мы все поругались. Мы не знаем, что с ним делать, но он показался нам справедливым. Вы ищете справедливость? Вообще говорят, что ее не существует. После разговора с Чернышом я понял суть вообще нашего нахождения здесь. А правильно ли ты путь выбрал? А правильно ли ты поступаешь? Пока я не дойду, я не пойму, правильно ли я путь выбрал. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Крайне отходят. А теперь понимаете, да, почему нам нельзя ругаться? Давайте прекратим просто тыкать друг в друга, забудем все то, что было. И я предлагаю не цеплять друг друга. И все. Мы больны. Мы больны каждый эгоизмом своим, непониманием. Он болтает какую-то чушь. Мне кажется, у него какие-то внутренние проблемы. Но мы не сможем друг друга вылечить, если мы не захотим этого. Понимаете? А чтобы захотеть, у нас должна быть общая цель. Общая цель – это сделать задание смотрителей. Чтобы иметь... Общая цель – это понравиться иметь ей. Право. В нашей семье произошло культурное голодание. Вы помирились, потому что вам задание пришло. Если вам задание не пришло, вы бы не помирились? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Задание. Концерт ко Дню Матери на площади. Да. Презентация 24-го. Угу. Наши проекта. Будем и на 25-й концерт. Будем на презентации приглашать людей на концерт. Внимание, вам невероятно повезло. Вы становитесь свидетелями формирования нового реалити-шоу. Кать, делать. Давай, Вася. Давай, на 500, ну, тире 20-30. Как тебе такое? 120 пойдет. Ты можешь управлять мной через сайт. А если бы вы стеснялись купить презервативы, то мы можем сделать это за вас. Докурить сигарету. Давайте придумаем 2-3 этюда, которым мы привлечем внимание людей. Кажется, маленькие спектакли. А мне кажется, это всегда интересно. Странными танцами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь.